Доброе утро, мои дорогие. Я только проснулась. У нас сегодня будет очень интересная такая щепетильная тема. Но я вам сначала, вначале, я хочу что сказать. Смотрите на мое лицо. Я только проснулась, и у меня вот эти всякие вмятины, потому что я лежала и смотрела утром свой телефон. Значит, там, наверное, час лежала в кровати боком, и у меня вот эти появились всякие морщинки. Как от них избавиться? Я вам рассказываю. Вот сейчас я вам рассказываю, как избавиться от этих морщинок. Мы включаем горячую воду. Не бойтесь умываться горячей водой. Ничего с вами не будет, вы не постареете. Я всегда так делаю. Это действует на лицо, как утюг. И вот этой горячей водой прям вот умойтесь, разгладьте вот так свои морщинки, вот так разгладьте, разгладьте, разгладьте. И посмотрите, посмотрите, вот у меня сейчас, да, вот тут складки, вот тут складки. Сейчас посмотрим, сейчас я умоюсь и посмотрим, что получится. Ну вот, я сейчас поумывалась, прям, знаете, надо, чтобы вот такая горячая, как ты можешь, твое лицо может терпеть. Что интересно, лицо может терпеть больше, чем руки, горячую воду, потому что в лице больше жировой прокладки, я так думаю. Потому что руки уже не терпят кипяток вот этот, а лицо терпит. Смотрите, я стала красная, и я вот когда умывалась, вот так где-то я, наверное, минуты две умывалась. Вот так вот делала. Смотрите, и уже вот эти вот складочки, вот, они уже стали более-менее меньше, или как? Кажется вам так, или это мне так кажется? Ну, в общем, это действует как утюг. Горячий кипяток. Не бойтесь, не постареет ваша кожа. Это наоборот от холодной воды постареет. Я уже столько стереотипов разбила в своей жизни. То, что вот говорят, что там Екатерина Великая умывалась льдом там или чем-то, и она такая была красивая. Я вообще в это не верю. Делайте так, как вам нравится, и как вы можете, и как вы знаете, ваш собственный опыт, самый драгоценный опыт. Ну так, давайте продолжим. Сейчас я буду наливать завтрак свой, будем кушать и говорить на очень интересные темы. Ну вот, я приготовила мой многострадальный завтрак. Смотрите, что у меня тут. Кимчи, мой чай и беляши, которые я сама испекла. А сзади меня картина, которую я сама написала. На самом деле у меня очень было множество, большое, у меня целая галерея моих картин, которые я сама, я писала на холсте, на настоящем маслом. Но моя сноха очищала кладовку и выкинула все мои картины. Вот это единственные две картины, которые остались у моей сестры. Водопад там есть, я вам потом покажу. И вот это. И то хорошо. Итак, вам, наверное, интересна та тема, которую я анонсировала в заголовке и вот в названии моего видео. Я буду говорить только о том, как вы сами знаете, что я только по моему опыту сама видела, с чем я сталкивалась здесь, в Швеции. Я ничего не гуглю, не смотрю, не читаю, там, что там говорят в гугле, пишут. Я все только то, что я сама своими глазами видела и что я сама пережила. Ну, правда ли, что в Швеции здесь приветствуется вот эта вот нетрадиционная ориентация, геи, лесбиянки, правда ли это? Да, я вам скажу правду. Но это было, вот как вам сказать, несколько лет назад, наверное, года два назад. Это прям вот по телевидению было и фильмы. Прямо, знаете, показывают эти семьи, вплоть до того, что даже до интимных сцен вот это вот показывали все. Вот опять так сделаю. Давайте я начну кушать тоже, знаете. О, они горячие, не могу. Так вот, ну, года два назад, как это прекратилось, даже не два, а один год, даже рекламу даже гнали по телевизору. Насколько я мало смотрю телевизор шведский, я смотрю только новости, и то через 2 дня, наверное, каждые 2 дня, потому что одно и то же там повторяют. И то, вот как не включу в год раз, да, попаду вот на вот это вот постоянно. То один и тот же фильм, они сняли там, ну, немного художественных фильмов снимают, но сняли, и вот постоянно я на это попадаю. Так, что у нас там дальше? А, кстати, когда я первый раз, только первый раз в жизни приехала в Стокгольм, мы жили вообще-то на севере Швеции. И нас в гости пригласили в Стокгольм. Это было в августе месяце. И мы, значит, приезжаем на вот Т-централе, на вот этот вокзал, на поезде мы приехали. Выходим, значит, пошли прогуляться по городу.
И мы попали в первый же день на прайд-парад. Вы можете себе представить? Вот мы со своей семьей там приехали, там, да, с детьми, и попали на этот парад. Для нас это было такое удивление. Но в то время, да, тогда я еще вообще ничего не понимала. Или я такая вот вообще была из узбекского кишлака, как будто приехала, да. Но вот все равно как-то я к этому относилась, вот как будто какое-то веселье, да. Но это на самом деле это просто веселье, это как карнавал. Они вот это вот шествие прошло, вот как демонстрация. На машинах вот это все было так ярко, в этих одеждах, вот эти перекрашенные мужчины, вот эти вот накрашенные в платьях. Ну, это было весело, это просто было весело. Извиняюсь. Ну, так вот, мы попали на этот парад, мы его как-то спокойно прошли, мы как-то там слишком-то не заостряли на особого на этом внимания, и прошли, и они им проехали, и мы тоже прошли. Беру свой беляш, ломаю беляши свои. Ух, внутри такое мяско. Ну, так вот. Ну, я не знаю, с чем это связано, но год назад, может быть, это связано как-то с войной, вот это все прекратилось, поутихло, успокоилось, устаканилось. Сейчас вот этого фильма, который они постоянно показывали, нету. И как вам сказать, я могу сказать, что я, когда я приехала в Стокгольм только, я искала работу, а здесь, кстати, охотно берут людей, когда вот ты через Arbeitsvermittlungen, через ищешь работу. Я там написала в своем резюме, что я только что приехала из севера в Стокгольм. И вот таких вот, как я, дураков, которые только что приехали, новеньких, они очень с удовольствием расхватывают, как горячие пирожки. Вот если вы приехали с какого-то города, там, с какой-то глубинки Швеции, вас тут вот возьмут и в оборот схватят. И меня действительно вот взяли сразу на работу, я что удивилась. Я как приехала, я сразу просто написала и думаю, ой, отдохну-ка я еще вот съездю там. Кстати, да, я приехала в Стокгольм, я съездила еще, мы с сестрой поехали на Кипр или куда-то мы поехали отдыхать, или на Родос. И я, короче, приезжаю с этого, да, и меня приглашают уже. Приглашают на работу, я соглашаюсь, потому что я, ну, думаю, вдруг я другую работу не найду, и пошла на эту работу. И там, короче, работала я, 4 года я проработала, там был очень хороший коллектив, у нас очень был большой коллектив, и в этом коллективе у нас было, я встретила двух, кого вы думаете, голубых. Один из них был чистый швед, он был у нас тимледере, это значит, как маленький шеф в нашем маленьком, как сказать, шефом в нашей группе он был. Он отвечал там за время, когда ты вот, например, на звонки телефонов, если ты заболел, вот ты вот, он вот как был передатчиком между нами и главными там шефами. Так вот, он был у нас голубой. Это был, я никогда, он, как сказать, он был такой нормальный, он был такой красивый, вот. Там не было того, что вот как вот, знаете, утрированного, там красятся или там что-то, женские одежды или какие-то такие манеры, такого вообще не было. Он просто был обыкновенный парень, симпатичный, вот шведы все такие, знаете, городской швед такой, такой вообще, как сказать, ну, очень лощеный такой, лощеный. Я никогда не знала об этом. А потом девчонки с нашей группы, я работала, кстати, там в основном были только одни шведы, там вот было... Я была одна финка была, но финка сразу слилась, испугалась работы тяжелой, и она слилась. Ну вот шведы молодые были, в основном молодые. Я была, кстати, я среди них была самая старая. Тогда в то время мне было около 40 что-то такое лет, или 40 с чем-то. Так вот, я среди этой молодежи шведской работы, я там научилась ихнему сленгу разговаривать. И вы знаете, вот этот парень, он у нас был, он был самый лучший из всех, которых вот в нашей группе были. Самые лучшие из парней. У нас были и парни, и девушки. Вот прям такое было интересное время, да? И как-то я попала в такой коллектив. Не то, что я сейчас работаю. Я сейчас работаю вообще с иранцами. И с иранцами, и с арабами, и с афганцами. А в то время вот только. Я работала только со шведами. И только с молодыми, такими кайфовыми, веселыми. Мы ездили даже за границей с ними вместе. С нашим вот этим вот коллективом маленьким. Ну так вот, хочу сказать про этого парня, раз у нас такая тема только про это.
Нормальный он человек был. Вот нормальный. Такой ответственный. Я таких ответственных вообще не видела. И такой заинтересованный в работе он был. И вот с ним был, он так заинтересовывал тебя, что тебе самому хотелось быть ответственным и работать. И был очень внимательный. Вот ты, он постоянно спрашивал, а тебе что-то вот, что-то тебя не устраивает, может быть, тебе может быть что-то помочь, может тебе какое-то вот сделать, вот какое-то удобство для тебя. Вот. Он постоянно вот этим интересовался, и этим самым он располагал к себе. Вот знаете, вот я сразу в нем увидела, что он может быть большим шефом, потому что такие люди, которые вот располагают к себе, которые показывают свою внимательность, свою озабоченность маленьким человечком, который вот, как сказать, ну кто я такая, да, вот ну, маленький человек, винтик в этой большой машине, да, а вот он заботился и смазывал вот каждый винтик, вот можно так если сказать. Потом в дальнейшем, я когда ушла с этой работы, я узнала, что он ушел, его взяли в королевские конюшни, в гвардию наездников. Потому что у короля, у шведского, есть своя свита, которая должны выбирать самых красивых таких парней, которые будут... Вот он едет на своей карете, это бывает всего, наверное, один или два раза в год, там, или по каким-то церемониям. И вот они должны выезжать, королевская семья должна выезжать на лошадях, и лошади вот с лошадьми, вот это вот эскорт лошадиный должен быть. И вот он, я узнала, что его взяли вот в этот эскорт лошадиный, где он сидит наездником, ехал как украшение. Он действительно был украшением, такой красивый парень, высокий, рыжий, голубоглазый, блондин, белокожий такой. Вот я хочу про это сказать. Еще у нас был, сейчас, вы знаете... Я отключаю камеру и кушаю. Так вкусно! Такие беляши вкусные. Я их замораживала и достала 3 штуки вчера вечером в холодильнике. Вот сегодня в микроволновке разогрела. Очень вкусно. Что-то Лили небогатый человек. Наготовила из морозилки, беру и ем. Ничего здесь стыдного нету. Все вкусное, все сама сделала. А картинка-то, картинка сзади меня как подходит к моей теме, да, сегодняшней? Вот. Сейчас прожую. Еще уже в этой группе нашей нас было, наверное, человек 15 или 16 в нашей группе. Еще один мне попался, такой же голубой парень, один парниша. Он уже был испанец. Не знаю, он был испанец или кто, но он был испаноговорящий. И вы знаете, вот у меня поменялось мнение об таких людях, вот как вы говорите, вот, например, геи, там, такие голубые, то да сё. А вот это такие люди, да, вот они даже больше, чем люди, я вам скажу. Они такие коммуникабельные, они такие интересные. И вот этот парень, и он тоже не был таким, он тоже не носил какие-то платья, не красился и ничего не делал. Был обыкновенный парень, никогда не скажешь, вот, если так его увидишь, что он никаких таких вот манер не было, женских таких закидонов, вообще нету вообще такого. Но это единственный человек, с которым мы постоянно ржали, особенно я. Потому что я еще иностранка, и у меня тонкое чувство юмора, знаете, и он тоже испаноговорящий иностранец. Вот у нас какие-то чувства юмора были такие, да, и мы постоянно ржали. Вот как он устроился к нам на работу, да, и мы работали дубль, как сказать, в парах должны были работать. И когда я с ним в паре попадалась, да, мы постоянно с ним смеялись. И вот у меня рот не закрывался, у меня живот от... Он постоянно смешил меня, молодой парнишка. И после этого, за то, что он вот такой вот хохотун, его уволили с нашей работы. Они говорят, вот Лиля работала прекрасно, такая серьезная была, а тут ты пришел и вот это самое, портишь нам тут всю картину. И, в общем, его или по этой причине, или по какой-то другой, короче, его убрали с нашей группы. Вот это то, что я знаю про каких людей. Ну, конечно, я еще нескольких знаю так просто вот, как сказать, просто визуально. Я ничего не могу сказать. У них наоборот, они такие добрые, у них нету никакой агрессии. Вот надо бояться других людей, которые слишком такие радикалы и слишком за чистоту вот этого вот. Вот они бывают действительно очень опасные, агрессивные в своей вот этой искании правды и искании, значит, тех, кто не голубой. Они вот они проявляют агрессию. Я считаю так. Конечно, я вообще об этом не знала раньше. Мы как-то об этом не говорили.
Может быть, и в Узбекистане это было. Да, кстати, в Узбекистане я тоже об этом слышала. Мне еще, когда я совсем еще молоденькая была, мне рассказал мой брат, что он видел сам лично. Он работал на консервном заводе в нашем городе. И он видел, что там творилось в душевой. Он один раз подглядел и мне, короче, это рассказал. Может быть, это даже не стоило было говорить. Но это было и в Узбекистане тоже. Я хочу сказать, это есть везде. И ничего здесь такого нету. И, как сказать, это, конечно... Не надо афишировать, но и гнобить таких людей тоже не надо, я считаю. Вот. Насчет женского. А, подождите, подождите. Еще я хочу сказать со своего опыта. Вот когда я вот сюда приехала, я оказалась с многими беженцами, которые приехали из разных-разных стран. Вот вы даже не представляете, со скольки стран я людей увидела, которых я в жизни бы, когда жила в Узбекистане, я бы об этом бы не знала, что есть такие люди вообще в мире. И вот, значит, люди, чтобы получить здесь, как сказать, вид на жительство, многие люди идут на все, что угодно. Я знаю нескольких иранцев, прям вот там иранцы были, которые просто... Вот такие здоровые, двухметровые, красивые красавчики, да, они просто играли роль, что они вот такие. Они одевали каблуки, они одевали чулки, они делали какие-то, отращивали себе волосы, какие-то красились, вот красились, прям вот, знаете, так вообще, я не знаю, как артистки какие-то на крюслинге в этом, на корабле. Вот такие тоже, не знаю, получали ли, ну, знаете, это было здесь, вот это вот, их не обманешь. Они тут такие вопросы тебе будут задавать, что они тебе проверят, прям все-все-все там подноготные. Поэтому некоторые случаи не проходили. Хотя я знаю, еще были случаи, когда вот две девушки боснийские тоже, они или они на самом деле были лесбиянки, или играли роль, но чтобы получить вот здесь вид на жительство, вот они вот этим занимались. Так, насчет еще девушек хочу сказать. Девушек я не так часто встречаю, можно увидеть в некоторых даже общественных местах. Вот один раз я ездила за границу, тоже с моей сестрой, мы ездили на какое-то море. И, в общем, в нашей, когда мы летели в самолете, они сразу отличались, сразу заметные глаза бросаются. И в самолете мы уже заметили, и в аэропорту, и уже когда мы в автобусе, в трансфере ехали на наш отель, они прям вот, знаете, и целуются, и друг другу даже ручки целуют. И обнимаются как-то, знаете, вот это вот, как-то вот непривычно. И что я вам хочу сказать насчет шведов? Как сами шведы к этому всему относятся? Вот эти настоящие вот шведы, можно сказать, ортодоксальные шведы, которые, если так можно выразиться, они это вообще не приветствуют. Вот со сколькими я разговаривала, со взрослыми людьми. Вот я такой человек, я работаю со стариками, да, я им такие вопросы задаю. Им со мной вот даже старикам интересно. Я, например, спрашиваю, а вот у какой-нибудь красивой такой старушки я спрашиваю, а вот у тебя был любовник, например? Им так интересно. И они начинают открываться. Им, оказывается, им не хватает вот этих вопросов, вот таких наших иностранских, наглых, любопытных. Они с таким удовольствием, с таким смаком об этом рассказывают. И я узнала, что у некоторых шведок были любовники. Но я вам хочу сказать, что здесь они... Вот я задаю, например, вопрос, а как ты относишься вот к этому, к этому? Они никак не относятся к этому. Они вообще к этому не относятся. Они это считают дань какому-то течению, какой-то моде. Это то же самое, что... Сейчас, извиняюсь. Это то же самое, что вот, например, увлечение каким-то Фейсбуком или Инстаграмом, которое потом проходит у человека. Это, они считают, что это тоже пройдет. Ну, позанимались такими людьми. Вот как это по телевизору показывали несколько лет одно и то же. И раз, прекратилось. По неизвестной причине. Не стали они это показывать. Прошла мода. Вот знаете, есть такое выражение «шведская семья». И что там под этой шведской семьей подразумевается, я вообще не знаю, что люди подразумевают, какие стереотипы есть, связанные с этим. Но я вот вам хочу сказать, что в шведской семье, вот в шведской семье, сколько я вижу, да, это настоящие такие семьи, которые вот действительно, да, ты попробуй там муж, гульни или пойди налево от своей жены. Да это, знаете, это в Узбекистане, это каждый второй... Какой-то муж имеет любовницу, или в России, да, да вот если у тебя есть деньги, обязательно у тебя должна быть любовница, а здесь нет. Если у них даже есть любовницы, там они так законспирируют, потому что жена
здесь на равноправии находится. И если жена на тебя нажалуется, то уже потом, знаете, пиши пропало. Поэтому здесь это не встречается. Здесь жены нагружают своих мужей по полной программе. Я вам могу сказать на личном собственном опыте, как это происходит с моим сыном. Мой сын смотрит двоих детей, сидит, а жена пошла учиться. А он взял папа-ледик. Это значит, называется декретные. В декрете он сидит. Представляете? Вот. Как-нибудь я сделаю интервью с моим сыном, чтобы он тоже это рассказал об этом. Об декрете. Но вот я вам хочу сказать, шведская семья – это настоящая хорошая семья. С множеством детей, с правильным воспитанием. Никакого балования детей здесь нету. Наоборот, очень строго, и даже я наоборот чаще слышу слово «нет» в семье на детей, чтобы они знали свои границы. Здесь дети, вот, например, я одна воспитывала без отца своих детей, я даже не вышла замуж здесь, хотя у меня были кандидаты, которые хотели, шведы даже были, и другие национальности, но я ни в какую, только из-за своих детей. И я сейчас совсем об этом не жалею, хотя у меня было такое мягкое воспитание, но все равно у меня был и кнут, и пряник, как говорится. Вот, я хочу сказать на этой ноте, что есть много стереотипов о Швеции, но это все неправда, или большинство неправда. Конечно, тут так же, как и во всей Европе, это все легализовано, и как можно, и не стесняются этого говорить, и показывать не стесняются, как, например, в России или там вот в наших азиатских странах, бывших СНГ. Это, знаете, об этом вообще табу, нельзя говорить, рот закрой и молчи, что этого нету. Ну, просто здесь есть терпимость и доброта, вот что здесь есть, и понимание. А так, в основном, жизнь, она многогранная, и поэтому надо воспринимать и принимать всех. Ну, вот такой вот рассказ я вам рассказала при моем завтраке, так я и нормально не поела. Сейчас, наверное, камеру отключу и наемся, уже остыли мои беляши, очень вкусные. Спасибо вам за внимание, приходите ко мне в гости. Если вам интересны разные какие-то интересные темы, которые вас интересуют о Швеции, то, пожалуйста, задавайте мне вопросы, я вам отвечу с высоты моего опыта. Пока всем!